Южнокорейская криптовалютная биржа Bitump прекратила осуществлять свою деятельность в 11 странах, включая Северную Корею, Иран, Ирак, подозревая возможное отмывание денег среди пользователей. Криптобиржа сообщила о дальнейшем соответствии глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег. Таким образом, будут блокироваться все операции клиентов из государств, принадлежащих к черному списку некоммерческих стран и территорий. В их число, помимо вышеназванных, входят Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен. Ужесточение уже вступило в силу. Новые учетные записи пользователей этих стран не регистрируются, а старые будут заблокированы с 21 июня.